Блин, охота тут уже еще один раунд. Чем, блин, говно какое-то. Теперь еще теперь еще надо это. Теперь надо еще, блин, это. Подготавливаться к ним тут зачем? Так, здравствуй, мальчик, юноша. Что мне сегодня пойдет? Да я не знаю, жить, что хочешь. Так, ты нам что скажешь, мальчик? Или это девочка хз? А что, если он там пойти, ничего нам не будет, нас не убьют, не зарежут. А это что, зачем у меня стоит? Все пройти нельзя. Ага, понятно. Ну, лаги жесткие, реально надо поменять расширение, что ли, не знаю. Что они сделать? Мальчик, давай с тобой поговорим. Давайте еще раз один раунд сыгранем. Лаги жесткие, жопа. Конечно, готовы. А, это предварительное состязание. Какого хрена? А, там была подготовка, это предварительное состязание. А другие уже будут, наверное. А, нет, наоборот, это квалификационные, это предварительное, потом подготовительное, потом, наверное, будут настоящие. Хотя хз, я не знаю. Выберите членов команды. Здесь можно брать членов команды. Алло, кое редактивно завершено. Как мне выбрать, алло? Что за хрень? А, вот. Так, а здесь никто не открыт, кроме Сая, Ямато и Какаши, и Сакуры. Может взять этого? Какаши. Ну, Сая, бред, продать Какаши возьмем. Почему бы нет? Почему бы нет? Регистрация членов новых команд. За что? Надо отирать. Освоите быстро перемещение. Да я все уже шарю. Так, фейерверк, салют. Отлично. Ту-ду-дун-ду-дун. Настал момент, которого вы все так ждали. Мировой турнир ниндзя. Кто сильнее? Ни хрена ты Рама и Хаширама. Сарутоби, Мината. Нифига тут жестко. Каги, Райка. Мизукаги. Это будет весело, ребят. Я чувствую, это весело будет. Короче, сами читайте, мечты, лень читай. Это не то, что я не уважаю своих подписчиков. Просто, блин, лень читать. Чё? Это хвостатые. Охренеть. Все хвостатые причем. И Наруто, естественно, Наруто. Акацуки. Воскрешенный Мадарка, вот хрен, почему именно воскрешенный? Охренеть тут людей. Тоже интересно, самый сильный будет, конечно же, будет самый сильный. А вот и Каги вышли, вот Гара. Свинюшку держит, чё? Что за свинюшку держит? Мизукаги. Хокаге. Один единственный из этой толпы? Ну, конечно же, Наруто. Ладно, чё. Подготовительно. Офигеть, это реально Гара. Почему он Мизукаги? Ноки. Верно. Я повторю еще раз, на этом турнире определится величайший. Если хотите, чтобы вас так называли, докажите, что вы этого достойны. Ясно? То все кричат, походу. Хорошо. Мировой турнир ниндзя. Начинается. Я угадал. Начинается. У-ху-ху, е-е-е! Фейерверки, салюты, марлюты, фигуты. Вперед к вершине. Мировой турнир ниндзя начинается.
О, можно даже скипнуть. Ну, скипнуть не обязательно. Зачем мне скипить? Зачем мне скипить, а зачем? Файранг Ди. Да, я все понял. Как? Почему нельзя пропускать вот эти вот говно? Да. Шизуна, привет. Шкамару. Это Шкамару Нари. Какаши Наруто. Здравствуйте. Почему в мировом турнире ниндзя Хакага? Все Хакага причем. Почему они не мертвы? Как-то нелогично, понимаете? И Шизу, и Мадара здесь. Ни хрена, Джуга Орчимару. Рок Ли с этим с горы попал. Охренеть. Нам жопа, ребят. Так, давайте, короче, у нас будет, знаете как, давайте не знаю, кто сильнее. Давайте у нас все-таки Какаши сильнее Наруто как-то. Так что Наруто сначала будет сражаться против Сакуры, Рок Ли и Джуга, а Какаши будет сражаться против довольно сильных. Это Хинаты, Гар и Орчимару. Все, поехали. Так, вам подходит только порядок? Да, конечно. Поехали, ребят. Блин, ну то, что вот мы попали с Гарой, Хинатой и с этим. С Орчимару это жопа. Ладно, ничего, спокойно. Как говорится, там вообще этот... Первый хор-канал Леон Антони попадал с Какузу, Хиданом. Ой, с каким Хиданом. Если мы с Хиданом, пойдем нам жопу, потому что Хидан он бессмертный, и он очень сильный. Их насчет двоих уж дай нахрен. Просто собираем все это говно. Ай ты, сука. Ты охреневший, блин. Джуга. Джуга. Давай я тебе помочь. Джуг какой-то психован и бегает по всей этой. На, сука. На, давай копим. Долбим свою же Сакуру. Бам. Отлично. Так, ладно, спокойненько. Ой, Сакуру сейчас вынесем. Все, прощай, Сакура. Прощай, Сакура. Минус Сакура. Так, минус Сакура. Еще будет минус Рок Ли. Это изи, Рок Ли. Так, Рок Ли. Прощайся с жизнью, братан. Дайте Рок Ли еще успеем вынести, наверное. Конечно, за один турнир вынести сразу всех нам не получится. Ну, по крайней мере... Рок Ли, я надеюсь, вынести получится. Да нет, ты не такой умный, братан. Вынесем Рок Ли. Если бы не этот тупой Джуга, мы бы успели вынести. Сейчас мы не успеем его вынести. Да, все, мы не успеем. Ну, по крайней мере, у нас... Ни хрена, у нас 3 качков почти. Потому что это слабо было. Так. Меньше всего Хинати 0 досталось. Гарри тоже мало досталось. Орчимару больше всего досталось. Вообще, больше всех досталось мне. Потому что мы сейчас будем драться за Какаши против довольно сильных игроков. Ой, героев. Почему один Какаши против Орчимару и этих всех дерется? Не, ведь не только я дерусь. Ой, мы сейчас придется с Орчимаром драться, походу. Орчимар, он сильный. Так, давай. До свидания. Ну что ты делаешь, идиот? Чакру, дай покопить, мальчик. Ух, хорошо-то как. А почему мы против Хината деремся? Что за хрень? Так, отличненько. Надо вынести эту Хинату. Хьюгу. Так, чё Хината не выносит? Алло.
Алло, ты что ты батишь-то? Что ты батишь? Хината, что ты батишь? Так, минус хината. Кого дальше выносить? Будем. Так, давай мы тебя вынесем для начала. Так, минус хината. И будем выносить гарду сначала, следующего. Будет тяжело, но мы вынесем, думаю. Кстати, какого хрена Гару участвует? Он же Мизукаги, он не должен участвовать вроде в турнире. Он же Кага. Как-никак. Все, мы сейчас еще и Гару вынесем, отлично. Если еще подфартить, можем даже, наверное, Арчимару вынести. Все, минус Гара. Все. Так, Гара, прощайся с жизнью. Так, Гару вынесли, осталось. Давайте еще Арчимару. Так, сюда не Гара. Арчимару. Блин, какая ж такой сильный, он вынес Хинату с Гарой. Все, мы победили. 6к очков, охренеть, ору. Интересно, это еще более увлекательно, чем я думал. Короче, вы с турнира у нас уходит. Кто у нас уходит с турнира? Хината, Рангси Золотой. Выходит у нас с турнира кто? Сакура, Хината и Гара. Остаются у нас Рок Ли и Арчимар. Нет, Арчимар только у нас остается с Джугой и все. А так остальных мы всех вынесли, это хорошо. Наконец, предварительность. Дать не буду озвучивать вам, короче. Кто сможет, ну, кто хочет, поставить на паузу, прочитать.